После аномально теплого сентября пришел октябрь с мокрым снегом и температурой воздуха, стремящейся к нулю. Коммунальные службы к такой погоде оказались готовы. Противогололедные реагенты уже начали закупать. Техническое состояние автопарка проверили. Сколько всего техники у вас? 92 единицы у нас. С учетом этих? С учетом. Для зимней уборки 92. Я обслуживаю еще, то есть это и газели привозят, и леи, и дополнительный погрузчик, и самосвалы, и эвакуаторы, чтобы привозить маленькую технику. Почти 170 единиц коммунально-уборочной техники, около 80 средств малой механизации. Там, где не проедет трактор, на работу выйдут люди. В Одинцовском округе их более 650 человек. Уже подготовили места для складирования снега. Рядом с деревней Крутицы, в Ершово и на западной промзоне в Одинцово. К зимнему периоду техника готова. Закуплены противогололедные материалы. Люди тоже готовы к работе, обеспечены одеждой и специальными материалами. Соблюдение графика и качества уборки будут контролировать с помощью специальных электронных сервисов. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».